Наконец-то пол земли из лаза. Крепким сном мои мальчишки спят. Сон свалил страну зеленоглазую. Спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Дома записи вот этой передачи в самом конце 1978-го Валентину Толкунову ждал маленький годовалый сынишка Коля, родившийся в 77-м и очень радовавший тогда нашу Валюшу. Именно так ласково называли Толкунову ее многочисленные поклонники по всему Советскому Союзу. Она пела вот эту песню в концертной студии Останкино и даже не подозревала, через что ей еще придется пройти в жизни. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содраны горят. Первым супругом Валентины Толкуновой был замечательный композитор и музыкант Юрий Саульский. Но в 1971-м они расстались. Спустя 3 года Толкунова снова вышла замуж. Ее мужем стал журналист-международник Юрий Папоров. А еще через 3 года у них появился сынишка. Улизнуть срок рисования, в космос просто пешие уйти. Вскоре Юрий Папоров надолго уехал в командировку в Мексику, а Валентина Толкунова месяцами колесила по всему СССР с гастролями, и Колю воспитывала бабушка. Мальчишка был сложным, непослушным и обиженным на родителей. Спустя годы, когда, как рассказывают, сына певицы задержали, обнаружив у него наркотики, Толкуновой чудом удалось замять этот скандал. И вот тогда она сказала коллеге своему, певцу Леониду Серебренникову, «Никогда нельзя оставлять детей без присмотра». А после ухода певицы врачи говорили, что, скорее всего, переживания Толкуновой и спровоцировали неизлечимую болезнь. Впрочем, как знать... Как знать. Носики, курносики сопят. Носики, курносики сопят.